Приветствую всех на моем канале YouTube. Сегодня будет тема «Гаражные ворота». Своими руками, так можно сказать. Вот. Строим такой ангар-склад, в общем. Полгода будет служить там гаражом, полгода хранилищем. И вот сейчас расскажу, как варили ворота. Размеры ворот. Ширина 3,10, наверное. А высота 2,20 где-то. Вот. Сначала, в общем, у нас была стена, и сверху лежал просто вот этот вот уголок вот сваренный. Потом, в общем, у нас сначала ворот не было, уже варили, в общем, по самому проему. В общем, проем у нас тоже получился не совсем квадратный. Вверх у нас, в общем, на сантиметр шире, чем низ. Вот. Сначала, в общем, варили уголки вот этот уголок боковой, нижний, там боковой, нижний закрепляли вот пластины, забивали на арматуру 10 где-то по 10 сантиметров и проваривали. Потом, в общем, вмеряли размеры ворот, две половинки, варили каркас для ворот. Вот труба, вот это вот 40 на 40, профтруба, это 20 на 40. Уголки поваривали на каждый угол. Вот. Там. И варили как? Вот, в общем, две лавочки. Выставляли, в общем, их по уровню, чтобы у вас потом не получился ваша воротина, в общем, сверлом. Так ложили, в общем, квадрат. Все по уровню выставляли и проваривали, меряли диагональ, и получается, в общем, довольно-таки хорошо. Сложного ничего не было, ворота получились ровные. Железо, в общем, ну, крутили с того, что было. Мы его еще не проваривали, просто вот саморезами поприкручивали пока. Вот, ну, в общем, как бы сказать, еще собираемся вот тут попроваривать. Вот так вот. Тут тоже, ну, с нескольких кусков варили, и прикручивали, в общем. Потому что такого большого размера, в общем, у нас не было. Нет, в принципе, пока. Замок еще не делали, но сделали пока вот на одну воротину такой вот. Затворчик, как сказать. В общем, вот. А вот тут пока есть второй воротин еще. Здесь, в общем, сделали выступ на 4 сантиметра, чтобы перекрывалось. На навесы вот купили. Навесы поприваривали пластины, потом приваривали. Да. Вот так вот и сделали. Еще тут кусочек железа еще никак не обрежем. Докрутить. На днях, думаю, сделаем. Так, еще такой вот момент. Будем варить большие ворота с обратной стороны. Там высота 3,10 и ширина 4 с чем-то метра. Вот они. Если вам будет интересно, в ближайшее время будет ролик по этим воротам. Думаю, сделать более подробно, как варили, как ставили и как все, в общем, это монтировалось. Так, на сегодня все. Еще будет обзор гаража, крыши, думаю, сделаю, фундамент как-то, ну, там как бы уже поздно, наверное, делать, как блоки ложили. Ну, думаю, еще что-то увидите на канале интересно, так что подписывайтесь и до скорых встреч.